проходим, проходим. Отправимся скоро в удивительное путешествие. 100 лет назад. Но не забываем приобретать программку производителя. Фойе ТЮЗа превратилось в зал ожидания, а зрители стали пассажирами, которые занимают места согласно купленным билетам. В Международный день театра артисты подарили зареченской публике музыкальное ретро-шоу 100 лет назад и возможность отправиться в яркое и увлекательное путешествие. А поезд тихо ехал на Бердичев. Вся жизнь вокзал, где женщины, мужчины, пассажиры, кондукторы, разносчики, торговцы. Мог бы сказать Вильям наш Шекспир, но не сказал. Зато за него это сделали актеры ТЮЗа. Тема путешествия и дальней дороги связывает между собой забавные и трогательные зарисовки из жизни обычных людей, таких же, как и мы с вами. И можно до бесконечности спорить, копирует ли искусство реальность или на сцене создается особый мир, далекий от суровой действительности. Те, кто связан с театром, отвечают на этот вопрос без колебаний. Это такая же жизнь, как и в реале, потому что мы здесь живем и там живем. Чтобы понять героя, мы вживаемся в него, мы понимаем, какой он, какая у него харизма, характер. Так что это тоже такая же реальная жизнь. Только более разнообразная. Только, да, более разнообразная. В этот день в зале собрались самые верные и преданные друзья театра. Кто-то даже приехал из другого города, как актер Александр Куприянов. Когда-то он тоже играл на сцене ТЮЗа. Сейчас, конечно, скучаю. Вот мимо сцены прохожу, и мне очень хочется туда вместе с ребятами. Театр юного зрителя уже 30 лет дарит зареченцам праздник, заставляет грустить и радоваться, волноваться и переживать за героев постановок. И несмотря на название, творческий коллектив всегда работал и работает для публики всех возрастов. С самого начала, с 93-го года, мы ставим не только для детей, для малышей кукольные спектакли, для семейного просмотра, но у нас в репертуаре очень много взрослых спектаклей. Это и Островский, был Мольер, современные комедии. И это на самом деле только начало. Труппа ТЮЗа готовит для любимых зрителей еще множество сюрпризов и еще немало возможностей перенестись в другое время или место, по-новому взглянуть на такую яркую и разноцветную жизнь. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный».